1 мая 1945 года. В течение 1 мая юго-западнее города и порта Пиллау войска 3-го Белорусского фронта вели бои по очищению от противника косы Фришнерунг и заняли 4 населенных пункта. Войска 1-го Белорусского фронта штурмом овладели городом Бранденбург, центром Бранденбургской провинции и мощным опорным пунктом обороны немцев в Центральной Германии. Южнее Берлина наши войска продолжали вести бои по уничтожению остатков окруженной группы немецких войск в лесах восточнее города Лукенвальде. В ходе боев наши войска расчленили противника на 2 изолированные друг от друга части и вели успешные бои по их уничтожению. За 1 мая подбито и уничтожено 37 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 10 самолетов противника.